Всем привет, с вами Дина. Давайте узнаем самые интересные новости. Телевизор или леденец? В Японии создали телевизор со вкусом еды. Да-да, вы не ошиблись. Профессор из университета Мэйдзи представил проект Taste the TV. В переводе «Попробуй телевизор». Устройство имитирует любые блюда мира не без помощи встроенных пробирок с ароматизаторами. Чтобы оценить вкус посетителю умного кафе, нужно просто лизнуть экран. Разработка съедобного телевизора, по словам профессора Гомея Миясита, заняла около года. Ждем, когда устройство внедрится в массы, чтобы навсегда забыть о лишних килограммах. Лучшие друзья девушек – не бриллианты. Что способно повлиять на выбор профессии? Может быть, мнение родителей, наличие диплома или перспективы? У трети россиян все гораздо проще. 28% опрашиваемых признались, что кинематограф оказал прямое влияние на выбор их места работы. Топ-5 открывает «Волк с Уолл-стрит» Леонардо Ди Каприо, очевидно, любимый фильм финансистов. На втором месте «Дьявол носит Прада» – легендарная мелодрама про мир моды. За ним следует «Адвокат дьявола» и «Железный человек», вдохновивший немало миллионеров и филантропов. Рейтинг замыкает фильм «Игры разума». Отечественное кино тоже присутствует в лидерах исследования. Например, «Экипаж» и «Иван Васильевич меняет профессию». Быть Тони Старком или не быть – вот в чем вопрос. Гастрономические открытия на сегодня не заканчиваются. Ученые Российского биотехнологического университета нашли самый вкусный способ привести нервы в порядок – сыр. Российские специалисты создали уникальную рецептуру мраморного сыра с прованскими травами. Успокоительный эффект достигается за счет приправ, витаминов и полностью натуральных продуктов. Производство необычного лекарства от стресса готовы начать в любой момент. Ты не ты, когда голоден. Невероятно, но факт. Спорим, вы не знали, что недосып оказывает прямое влияние на вашу успеваемость. Ученые провели исследование и с помощью трекеров определили длину и качество сна студентов. Формула простая. Чем меньше сна в начале семестра, тем вероятнее получение допки на сессии. В ходе эксперимента выяснилось, что успеваемость заметно снижена у студентов, которые спали меньше 6 часов. Поэтому мы обращаемся к тебе. Досмотри новый выпуск «Такие дела», отложи телефон и хорошенько поспи. Мы беспокоимся о твоем здоровье. На этом все. До встречи!